Видео поздравления и признания в любви самому популярному детскому и семейному курорту России записали многие российские звезды. А Биг Бенд имени Георгия Гороняна зарядил публику настроением, виртуозно сыграв программу «Золотые мелодии джаза». Марафон ярких номеров и эклектичных мелодий – так можно охарактеризовать концертную программу. В ней нашли отражение и страницы истории древнего города, и статус Анапы как Всероссийской Республики Детства. Большой праздничный блок был посвящен знаменательной дате – 80-летию Краснодарского края. Публика рукоплескала творческим коллективам, детям в карнавальных костюмах, демонстрирующим чудеса пластики атлетам, воздушным гимнастам и другим участникам торжества. С самым долгожданным летним праздником Анапу поздравили почетные гости. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди передал жителям нашего города искренние слова поздравления от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Для многих поколений россиян Анапа – это город солнца и счастливого детства. Отдых здесь – праздник, который не забывается никогда. Анапа всегда гостеприимна. Миллионы туристов каждый год приезжают сюда насладиться теплым морем, ярким солнцем, зарядиться хорошим настроением и, конечно, поправить здоровье. Друзья, лето – это время, которого мы ждем с нетерпением весь год. Постарайтесь наполнить его яркими эмоциями и впечатлениями. С праздником! Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. В завершении официальной части первый заместитель главы города Светлана Яровая отметила, что для Анапы открытие сезона – долгожданный праздник и одновременно большой ответственный труд тысяч людей. Я хочу поблагодарить законодательное собрание края, администрацию Краснодарского края за ту помощь, которую она оказывает в развитии нашего города-курорта, за большую поддержку нашему муниципальному образованию. От имени главы муниципального образования Сергея Павловича, я желаю, чтобы наш с вами курортный сезон прошел успешно, чтобы гостей встречало теплое море, чтобы светило ласковое солнце и чтобы каждый день, проведенный в нашем городе, был как праздник. Поздравляю нас с вами с этим праздником и курортный сезон 2017 в городе-курорте Анапа объявляю открытым. Квартет «Адажио», вокалист Олег Волков, ансамбль «Кубанская казачья вольница», шоу-балет «Телефон» и все лучшие коллективы Анапы сделали вечер незабываемым, а раскрасивший небо фейерверк добавил еще один яркий оттенок в этот по-настоящему праздничный летний вечер.